Это прохождение сборки Better Minecraft Plus на версии 1.16.5. Данная сборка делает Minecraft сложнее, интереснее, а нам от этого весело. Приятным где-то тем, кто весь пьет, и приятного просмотра. За кадром я вернул коров, а также я сделал еще овец. То есть я их разделил, теперь у нас овцы и коровы. Я их уже покормил. Далее, я построил теплицу, теперь у меня моя пшеница ограждена стеклом. С счет этого у меня теперь, ну, оно круглогодочно, или как это? Круглосезонно. В общем, в любой сезон у меня будет выращиваться пшеница. Например, вы же заметили там, вот, тут лето и осень. А сейчас теперь нам не важно, лето у нас или осень, у нас всегда оно будет выращиваться. Ну и также, где ты там находишься? Что это за вопрошайка? Так вот, с ним мы будем сегодня строить печку и синий констракт. То есть мы сейчас ее построим и пойдем, пожалуй, в Twilight Forest. Потому что Twilight Forest пока что это, так сказать, начальный мод, по моему мнению, который мы можем проходить вот с таким вот снаряжением. Нам нужно здесь вот кирпичи, я уже с ним добывал глину, гравий, песок. И вот тут уже оно почти все переплавилось. И у нас теперь есть вот эти обожженные кирпичи. Итак, под быстрой перемоткой, думаю, это как-то вот так вот будет выглядеть. Теперь ставим вот сюда обожженную плавильную печь. И теперь это мне надо будет сейчас все закрыть. Примерно в 2 блока высоту. Теперь смотри. Итак, печка у нас сделана. Теперь же мы можем что-нибудь сделать. Я не помню этот мод. Ну, печка сделана, а дальше я не знаю. Поэтому разбираться я буду за кадром. А потом уже будем что-либо делать. Сейчас же давай, печка построена, идем за нами. Сейчас тогда мы знаешь, куда отправимся? Мы отправимся в Twilight Forest. Я нашел Йети! Телепортируйся ко мне. С тобой. Ты че? А, да? Ловушка. И попался. Стой. Вон они, видишь? Нам нужен громадина. Громадина в центре, пойдем. Еще заспавнится. Пойдем. Вот он, альфа Йети. Чем? Хорош. Я его не прибиваю. У него, значит, защита. Там бомба. Да отойди. Да это бомба. Вторая бомба. Вот, все, он сидит. Идем. У него атака закончилась. Быстрей. Я иду. Да надо было идти, а не устрелять. Да дурачок, я не могу. Ой. Куда ты тпшил меня? Я не ту ножом. Да возьми ты фигню эту! Да что меня мучит? Да, дай, как он меня бесит, а? Все, домочи его. На нафиг. Ура, теплый мех. Все, валим отсюда нафиг. Я нашел башню, ебаного сука. А, нам нужно наверх. Итак, видишь, какая башня? Если бы мы, кстати, сейчас без Йети зашли, нас бы уже давно убило. Короче, нам нужно найти вход, так как это вроде и ломаешь, то оно очень долго ломается. А наверху там нет входа. Телепортируйся. Быстрей! Да быстрее! Понял. Да ты убивай их, не оставляй за собой врагов. Ой, эндерлук, кстати. Амулет инвентаря, что? Для кого-то работает этот мусор, как ты это достал? В смысле, кого? Что это сейчас было? Что я достал? Что? Зачаруемость этого предмета увеличена. Нифига себе! Нам нужно найти проход, но мы его без понятия, где он вообще находится. Еще у нас халам вокруг. Вон она. Да не толкайся! Так, нам, короче, надо наверх. Видишь, она же броня не такая. Бей ее по голове. О, она горит как раз. Нет, только не... Нам нужно построить такие площадки, чтобы хотя бы взбираться на них. А, она упала! Она упала! Ой. Она тут. Она опять упала. Вон она. Стреляй! Больно. Она в меня... Что меня бьет? А ты можешь от меня отстать, женщина? Отстанет? Она ко мне привязана. Ура! Мы убили ее! О, лук какой-то. Тройной лук. Итак, короче, Снежный Королев мы убили. В следующей серии, в принципе, мы
следующей серии мы, в принципе, ну, начнем других. Нам остался Ургаст и, в принципе, другие. И тогда мы Twilight Forest закончим. Я, конечно же, за кадром вместе с ним, у нас там рядом Клипер, прокачаю печку и, в принципе, ознакомлюсь, как работает эта печка. Потому что печка, я знаю, что она мощная, деньги или констракт, в принципе, мощный. И куда ты покинул игру? Алло. Ребят, а я интернет вырубил. А я случайно. А как вернуть? Я ознакомлюсь с Тинкерс Констрактом. В принципе, еще, ну, ресурсов каких добывать, в принципе, не надо. Ну, в общем, прокачаем нашу броню, потому что нам нужна броня, а Ургаст — это очень сложный противник, так как нам нужен лук, и даже мне, и даже ему, и, в принципе, нам нужен лук. Он же всегда вдалеке, и, в принципе, его надо бить. Короче, с вами был я, Диспетчер, с вами был Девил Макс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, как обычно, и всем удачи, пока! Пока-пока!